зритель. Это видео пролог к тому, что сейчас будет снова «Привет, зритель!» и будет писаться уже там как бы на Мовави, которая, оказывается, глючная, оказывается. И если ты этот ролик осилишь до конца, то ты узнаешь много нового и интересного. В общем, welcome to hell к просмотру. Это будет мукбанг, как я кушаю кашку, пишусь на вебку, на которую сейчас в последнее время стримлю с кухни. Видишь, она такая немножко округляет это все фоном. И, в общем, это как бы... Что еще? Через Мовави, которая глючная! Привет, зритель. Я решила записать через Мовави, как я завтракаю. Я как бы время обеда. И когда я настраивала сейчас стрим, то подумала, может, мне сейчас запустить камеру. А потом подумала, что я вроде как пообещала сделать котлеты на камеру. И стрим растянулся, как раньше было. У меня такое ощущение, что снова пришли те, кто меня любил троллить. Типа, ну давай подольше, а? Мне заняться нечем, только как подольше сидеть. Короче говоря, ну и это, я решила, что лучше все-таки записать, так как я давно хотела попробовать. Ну, через вебку, через Мовари, через приложение, короче, я сейчас тут очки протру. И я еще собираюсь за колонками, вчера они вообще пришли на озон, но мы с тетей ходили в сад на 2 часа, и у меня как бы, ну, не получалось. Плюс я была не выспавшаяся, ну и так как-то. Сегодня я, правда, тоже не особо выспалась, потому что человек, в смысле кот, который, кошка, которая прошла сзади камеры, осторожно, на мое счастье, на удивление, на окно. Потому что вот здесь вот холодильник, но вот я за себя смотрю, оно как-то показывает наоборот, может тут как-то у нас... Потыркалась, что-то так и не догнала. Ну ладно, пусть оно показывает наоборот, в общем. Ну. Посмотрю вообще, как на камеру, когда я снимаю, как оно выглядит. Оно мне показывает слева холодильник, как он есть, или... Вот я показываю этой рукой, я машу себе, будто вот с другой стороны, если пись... А, наверное, так и должно быть. Ну, если вдруг оно будет отличаться от той картинки, которая бывает обычно на камеру, когда я хаваю на Sony, то тогда я пойму уже на канале. Ну, в общем, я повадилась делать на завтрак кашку с вечером. Кошка. Беру хлопья овсяные. Или они долгой варки, или не очень долгой варки. Этим 5 минут, по-моему, наварить, типа того. Хлопья овсяные. В этот раз 3 горсти. Обычной ложкой как-то, но горстью мне в этот раз было удобнее. Беру чайную ложку семян чиа. Ой, не чиа, это сейчас тусы у меня идут, базилика. Потом столовую ложку, иногда 2. Долго я соображала, как ее нужно наклонить, она на штативе стоит. Чтобы еще и влезло все. Беру, значит, эту, ну, овсяные хлопья. До этого были у меня хлопья 5 злаков, там овсянка, еще как хренатень 4 штуки. Потом ложка чайная семян тулси, базилика. Потом 1 или 2 столовых ложки, ну или 1 столовая с горкой сушеной молотой шелковицы. Я его как-то покупала и на Swipers, по-моему, я обозревала. Потом, значит, вот в этот раз чайная ложка бабау, порошка плодов бабау. Бабаба, пардон. Бабау, то это чай. Иногда я добавляю сюда еще сушеное яблоко, где-то столовую ложку, молотое сушеное яблоко. Но даю кислинку, но в этот раз вместо кислинки выступают плоды бабаба, потому что они тоже кислинку дают. Можно положить 3 чайной ложки, или даже четверть, камень, потому что она горьковатая такая, ну у нее не то, своеобразный такой вкус. Можно положить еще где-то 3 чайной ложки мачи перуанской, она тоже... Не особо такая супер вкусная, но при этом супер типа фуд. Полезная. И шоколадки. Но чаще всего я его кладу потом уже, в общем, овсянка, семена тулси, то бишь базилика, молотая шелковица и порошок плодов бабаба.
Потом заливаю все так крутым кипящим кипятком. Ну, в смысле, да, кипящим кипятком. Крутым кипятком, либо кипящей водой. По сути, одно и то же. Водой 100 градусов. Цельсия. И перемешиваю. После этого подложу сверху кусочек самопальной шоколадки. Потому что она лежит у меня где-то с конца лета. Я про нее забыла, когда как-то Ну и закрываем все это крышкой. Ну, у меня стоит до утра. Иногда до обеда. Я ее беру, разогреваю. Ну, мисочку ставлю. 800 ватт у меня. Максимальная. Максимум. Потом достаю. Перемешиваю кусочек этого кидаю. Кусочек сливочного масла. Где-то чайную ложку сливочного масла. Просто ложкой тогда скрываю. С маслом. То масло, которое у меня лежало в морозилке, я думаю, его потру. Делаю печенье на песочное тесто. Печенье из песочного теста. Но у меня закончилось очередное масло. А было как-то вечер, уже в магнит было идти. Масло хотелось. И я решила вместо выпечки пока масло использовать по назначению в кашку. Кашку маслом не испортишь, если кашка на воде. Она у меня, значит, пыталась в тарелке слямзить кашу. Я ей дала немножко. Она сейчас часть ела, часть оставила. Посмотрю, что у меня в миске. Я говорю, если съешь, я тебе еще дам. Ну, ей, видимо, интересно, чтобы было, что что-то такое хозяин хавает, а ей не дает. Кошка осторожная. Давай его сейчас со стола свалит. Она сейчас так заглядывалась между штативом и окном, что был риск, что она долбанет мне руками. Хоть она и устойчиво стоит на штативе, но это кошка. Кошка тяжелее, чем это все. Я тут пока ходила, она мой телефон на ноутбуке лежавший. Просто почему? Меня тут делает твоя волосина. Вообще. Я раньше только тишка волосины свои везде раскидывал. Первый раз, чтобы кошкина волосина была. Долго же она, наверное, пылилась на мою кашу. Короче говоря, телефон лежит. Это телефон, который раздается с Wi-Fi. Они оба лежат, значит, на крышке ноутбука. И она так что-то так спрыгнула. Мне кинулся один телефон мой. А вот этот лежал. Он прям упал на жопу свою. Роскошь, я буки-то тебя. Подостыл уже, что-то я икаю. Может, меня кто-то вспоминает. В этот раз я что-то кашки-то переборщила, и мне пришлось еще доливать немножко кипятка горячего. Ну, в смысле, чайника водички. Ну что, достаю из микроволновки. Масло положила, кусочек начинаю мешать. Я понимаю, что ему очень густо. У меня тут есть половинчатые полотенца съела. Я не так давно выползла из-под душа и помыла еще голову. Новым самопальным шампунем на основе той самой мыльной. Там был... Ну, в общем, я делала как-то, что-то уснуть не могла, у меня желудок еще буйствовал. Я заварила себе очень крутой такой чефир из мяты. Вот тут у меня мята. Я, правда, попробовался. Ну, говорит, что... И процедила...
И у меня немножко еще осталось, и такая концентрированная, так конкретно пахнет мятой перечной. Я думаю, надо сделать это, налить шампунчик. В общем, там от настоя вот этой мяты, эфирное масло апельсина и мыльная основа. Когда мыла, я чувствовала запах такой, перемешалась мята с апельсином, я чувствовала такой ближе к мандариновому. Такой, как черный чай, допустим, с мандарином. Когда она пожиже, я ее слопываю, и мне еще что-то хочется. Она такая густенькая, уже не съел. Кошка, тебе на рака что перепадет, хотя, учитывая, что ты ту не съела. Она сидит у меня вот здесь. У нее там на бумажке лежали семечки кабачка или тыквы, я уж не знаю, может, и того и другого, прошлогодние еще. И получается из-под прошлогоднего кабачка и тыквы. И я ей положила на окно немножко, она на ногте жрет. Положила мисочку ее синенькую, и там трое суток они лежали, она ходила и орала, типа, еду свою есть не хочу, которая в мисочке, а хочу эту же еду на окне. Я ей переложила в итоге на бумажку эти семечки, положила на окно, их жрет. На окне она их жрет, а в миске она не жрет. Вот что за нафиг вообще? Ей уже 11 месяцев. В общем, в 10,5 месяцев она внезапно вроде как возжелала чего-то, но не орала, вот как кошки орут, когда хотят, да? Как-то так это. Причина того, как я ребенка растительными каплями от лошек, потому что смотрю, что она чесаться стала так конкретно. Ну, не то чтобы супер сильно, но чешется. Я решила ее второй такой ампулой, что у меня в наборе была, в Озон покупала, на малый. А там... В составе почему-то еще и валерьянка есть. В общем, я поняла, что она бзикнулась на этот запах валерьянки, как-то стала так себя вести. Я сначала решила, что это она уже что-то хочет. А я заказала ей капли. На Вайберес. Мне, значит, пришли эти капли. Я в молочко и полила нужную дозу, значит, она не то чтобы так особо попила, немножко попила. Утром попила, вечером попила. Но я как раз уже второй день этого непонятного состояния был. И на третий день она снова стала сосать пледик, и вообще стала пофиг, все, она стала снова той самой кошкой котеночковой. Котеночек переродок. Да. Ее, конечно, можно потом будет немножко разбавить водичкой и разогреть, потому что она очень густая получилась. Но что-то я как-то наелась. Крышка упала. Крышка упала. Надо крышку тогда катить. Крышка не падай. Тут у меня бумага, которую можно будет потом снести в сад и сжечь. Или еще какая-то бумага. Нальем еще. Это уже, наверное, третья или четвертая заварка у этого чая. Чтобы было видно цвет, надеюсь. Сейчас у заварки что-то набухло себе. Меня тут как-то я хорошо на желудке стало. И вчера что-то так хреново было. Я подумала, может, заварить еще такой чай. И попить. Все равно как бы не сплю. Но что-то именно того самого эффекта не было, но лучше стало на желудке. Мур-мур-мур. Ну а что это такое? Сварила, я думала, она мне будет сидеть. У меня есть самопальные вкусные конфетки. Из финиковой пасты, грецких орехов, миндаля и кунжута. Наверное, это те какие-то конфетки, которые, может, я делала на какой-то стрим или на какое-то видео, хрен знает. Я сначала что-то их хав-хав-хав.
много так съела, я думаю, надо заказать еще этой финиковой пасты, а я сейчас как бы экономлю, у меня как бы есть деньги, но они есть на окно. Я вроде как могу что-нибудь оттуда взять, потому что, ну, не сию же минуту окно буду делать, да? Но это... С другой стороны, хочу посмотреть, хватит ли меня, вот, чтобы экономить. Я тут несколько дней вообще не тратилась. У меня было 480 рублей до 12 числа. Сейчас, конечно, ну, это вот именно таких совсем свободных денег. Сейчас, конечно, чуть меньше этих денег. Может, мне что-то так понравились эти категории. Третий его мне объяснил подписчик, или, ну, просто зритель в комментах, куда бы... Вот эти штук... Мавави явно в этом плане недоработанная, потому что, как ты понял, зритель, звук немножко прыгает, сама картинка тоже где-то там отстает. Это я пыталась писать на вебку, на которую сейчас стримлю с кухни, с ноутбука. И с кухни, с ноутбука, с ютубом она нормально, а Мавави как бы был с глюками, так и осталось. И вот кусок звука вообще, он пропал по какой-то причине, не писался. Настройки захвата камеры на Мавави отсутствуют полностью, ну практически, потому что нельзя сделать вот так, чтобы была картинка так, как надо, отредактировать на том же, как, допустим, телефоне или на той же вебке в настройках, там где-нибудь на самой какой-нибудь вебке. Да даже на камере, которая вот встроенное само приложение на ноутбуке. Конечно, это надо было как-то протестить на аудио, на видео, а не так сразу включить и писать. Ну уж, как получилось, там я что-то такое тележила на тему того, что как я осенью, когда стала делать окно на кухню, стала экономить, и как оно сначала было немного геморно, и как оно потом стало для меня, вошло уже в такую привычку, и когда я поняла, что есть куча всего дома, что можно как бы скушать, и при этом сделать из этого что-то вкусное, и при этом не надо как-то заморачиваться, что надо что-то еще купить или докупить. И, в общем, ну как-то вот какие-то там мысли еще были. Может быть, и хорошо, что эти мысли записались без звука. Но я подумала оставить такую картинку, где я там молчу, да, и что-то хаваю. По большей части же некоторые смотрят жопой. Ну, есть люди, которые смотрят спиной, что-то делая, оно говорит вот так вот, как раньше телек включишь, белье кладешь, а он говорит. А кто-то реально смотрит, как человек хавает. Ну, с другой стороны, с третьей стороны, с какой-нибудь еще стороны. Когда я ем, я глухонем. Человек обычно кушает молча. А вот потом появились эти мунбанги, и надо говорить и кушать, или кушать и периодически говорить. Ну, в общем, как-то так. Я там, конечно же, получается, без звука попрощалась с тобой, зритель. Ты можешь писать в комменты свое негодуя, почему картинка прыгает, звук заикается, и что не могла нормально написать, заранее проверить технику и тому подобное, как это у меня было на какие-то другие подобные видео лет 5 или 6 назад, и даже там года, может, 3 или 4. А можешь просто сказать, ну типа, Лёля, я с тобой тоже похавал, ну да, бывает иногда там техника не сочетается с программой, как вот у меня вышла вебка с Мавави. Ну, как бы, у всех какие-то косяки случаются. В общем, спасибо, если ты вдруг осилил этот ролик. Ну и это, надеюсь, ты вместе со мной смог покушать. Пока! Короче говоря, я сначала подумала, что эта проблема была уже в самой камере, думаю, мало ли чего, ну как бы светятся оба огонька, но как получилось, я вот сейчас писала за это вот тесто вот такое, раз-два, ну вот это вот обычное. Мой папа так микрофон проверял, когда я мелкая была, у нас там был какой-то микрофон, можно было что-то такое запеть, много всякой техники было, ну разговор не об этом. Короче говоря, я сейчас решила паранойей ради проверить, как у меня камера действует насчет микрофона, и это идеально, глюки Мавави, как обычно, ну Мавави периодически глючит, даже когда монтируешь, иногда сохраняешь ролик, и он так раз отрывается, и типа, ой, извините, у нас техническая ошибка, типа, вы можете нам написать, я помню, как я с ними 2 с лишним месяца писалась, а по поводу разных ошибок, и поняла, что там, ну, видимо, кто-то где-то сделал проект, отправил его на помойку, как вот есть у меня один знакомый программист, хоть мы практически не общаемся сейчас на сифаретника, он подбирает какие-нибудь брошенные проекты, он какой-то там K8, бабум, хрен знает, какую-то игру он там разрабатывает в своей Украине на сифаретнике, и я так поняла, что она копия или предтеча какого-то там, допустим, Дума, я просто в них не понимаю, кошка, не надо меня царапать. Суть такая, что я хотела протестить микрофон на камере через приложение, встроенное камеры этого самого ноутбука, и звук нормально идет, и картинка даже, по-моему, не тормозит. В следующий раз, если я соображу, куда оно все это сохраняется, я, ну, или как-то, короче, в следующий раз я попробую
писать уже, если мне вдруг приспичит, на без всяких прыжков с бубном, без всякой малави, вот отсюда, вот именно на эту камеру. Приложение камеры с ноутбука для винды. Да, кстати, некоторые люди считают, что я бы не купила Windows оригинальную копию. Мне кажется, я не знаю, может сейчас, конечно, есть где-то Windows, которые крякнутые, их можно ставить там на ноутбуке, но вот у меня Windows покупался вместе с ноутбуком. Да-да, я иногда захожу чисто поржать. Мне, так как я маленький нарцисс, то мне иногда нравится, Иногда мне нужно, есть желание такое почитать про себя любимую, как всякие там отморозки про меня что-то такое плохое пишут. И я вот захожу чисто поржать, и как бы всегда вот так удивляюсь. Ну вот, просто решила это озвучить. Я знаю, что некоторым это припопоболит, и еще, возможно, там полотенце высрутся, а некоторые просто... Да, это же был мукбанг. А некоторые просто это может попереживать, что я обращаю внимание, но кто-то там просто, ну, как бы, припопоболит. Короче говоря, в общем, так как это был мукбанг, то мне пришлось срезать целых 8 минут, где я там что-то тележу, и записать на аудио то, что я там говорила, что у меня отключилось от звука. Ну, это тестовый мукбанг был на эту вот камеру с двух разных приложений. Это по скрипту. Еще раз пока! Чавк, чавк, чавк.